Закон дает нам 5 дней для того, чтобы мы подвели итоги. То есть формально мы действуем в рамках действующего законодательства. Почему остался у нас этот хвостик в 1.5%? Угу. Это связано с тем, что определенные избирательные участки, зарубежные в основном, предоставляют нам еще информацию. Они должны явиться в ЦИК, сдать все необходимые документы. Электронную форму они не сдали, и сейчас они будут сдавать ее на бумажном носителе.